Вітаю в ефірі. Телеканал «Відкритий». Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про волонтерську допомогу, яку надають у Дніпрі. У нас в гостях директор музею машини часу Михайло Прудніков. Михайло, я радий вітати вас у нашій студії. Добре. Звичайно, мабуть, хотілося б говорити з вами про якісь виставки, про якісь плани на майбутнє. Але зараз така ситуація, воєнний час, фактично кожен день нові новини, і вони є трагічними часто. І все-таки, от якщо ми говоримо про культуру, почнемо спочатку, напевно, з культурних якихось моментів, потім вже перейдемо і до волонтерської допомоги, і до питання біженців. От, скажімо, Харків. Такий найяскравіший приклад стосовно ставлення окупантів, російського агресора до об'єктів культурної спадщини. От ваші емоції як директора музею машини часу, директора нового музею, музею дитинства, коли ви бачите оці кадри руйнувань будівель, вже більше 600, як говорив міський голова Харкова, зокрема історичні, які є дореволюційними. От ваші емоції як людини? Ну, понимаете, я сразу свои эмоции обращаю в то, чем я управляю на данный момент. То есть я мониторю, как противостоят этому музею, как пытаются сохранить свои коллекции. Потому что наша задача это время пережить, победить и выйти из него сильными. Поэтому мы не можем вести себя так, чтобы потерять то, что мы накопили за свою 7-летнюю историю, как музей машины времени. Поэтому проводится тщательная консервация согласно нашей инструкции. Произвелась небольшая эвакуация экспонатов, поэтому как бы говорить о том, что мы сейчас думаем о будущем, нет, мы думаем о будущем экспонатов, чтобы их сохранить. Угу. Так, вот вы сказали про консервацию экспонатов, про их эвакуацию частково. Ну, снова ж таки, мы тут такий час, что, на жаль, мы не можем говорить о каких-то конкретных местах, конкретных локациях, но это происходит в рамках города или за городом? Да, это все идет в рамках города, просто есть места, которые более защищены, мы так считаем, и особо ценные экспонаты туда вывезены, а другие, как говорится, у нас есть небольшое убежище, то есть оно тоже обернуто, спущено, то есть вы видели, как Львов опускал некоторые экспонаты именно касаемо бомбоубежища, то есть у нас есть учет, то есть потому что, опять же, проводились до этого, казалось бы, непонятно для чего семинары, которые рассказывали, как правильно идентифицировать предметы и переписать. То есть у нас на сегодняшний момент мы защищены тем, что все наши экспонаты внесены в книгу учета, и если даже что-то произойдет, как вот многие экспонаты разыскивались после Второй мировой войны, и как бы вот должен был экспонат вернуться в художественный музей картина, которая там ушла за это время в США, то мы надеемся, что согласно нашей переписи экспонатов, даже если что-то и у нас исчезнет, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, мы защищены законом. З цієї сторони. Так, Михайло, напевне, нелогічно буде вас питати, чи працюють зараз ці два музеї, роботу яких ви координуєте, які ви куруєте. Тим не менше, чи можуть потрапити, скажімо, дніпряни чи не дніпряни? У нас зараз багато і переселенців, і біженців до музеїв, щоб побачити те, що лишилося, те, що законсервовано. Якраз те, що залишилося, воно, як говориться, ізолірована, накрита, знаходиться в убежище, поэтому, это сложно будет показать. То есть, поэтому, это такой сложный вопрос, который сейчас невозможно на него ответить. Угу. Так, стосовно музею машини часу і ретро-автівки, останній, мабуть, такий захід великий, до речі, я там був, ви мене, дякую, тоді підвозили, це був заїзд на відкритті південного обходу Дніпра, і були у нас гості із Запоріжжя, які привезли, фактично приїхали на ретро-автівках. Якось курують між собою зараз роботу любителі ретро-авто взагалі у вашому середовищі? Про що говорять, як говорять? Понимаете, є хороші контакти в плані не того, що починаєш обзванювати і у кого хуже узнавати. Тобто ми переймаємо опыт. Якщо ви бачили перші пости, які з'явилися після того, як я теж відійшов
произошел от этого события, ну, это было дня через три, ну, я начал публиковать посты о том, какие есть нужные вещи там, где вы про это могли забыть. Это в гараже, на чердаке, в подвале. То есть для того, чтобы мы что-то ищем сейчас уникальное, оно исчезло в магазине, вы можете пойти в гараж, залезть в подвал и найти эти вещи, которые помогут пережить, возможно, какой-то час икс, ну, то есть к нему подготовиться. Потом наши диалоги с людьми, которые эвакуировались из Харькова, то есть помогает понимать, потому что мы теоретически понимаем, что бомбоубежище должно помочь, но они практически пережили там уже эти события, и поэтому они делятся с нами. Опять же, эту информацию мы транслируем через сети или общаемся с людьми, доводим, что, ну, как нужно реагировать и что нужно дополнительно брать с собой в убежище. Угу. Тобто комунікація є на сьогодні. Михайло, от ми так плавно переходимо до питання волонтерства, в тому числі з вашого боку. От 24 лютого, дата, яка, напевне, назавжди війде і до вітчизняної історії, до світової, така трагічна дата, напад, власне, Росії, широкомасштабний напад на Україну. Рішення, як було у вас формувалося це рішення зайнятися волонтерством? Це було в перший день? Чи як? Оскільки, ну, зрозуміло, перша емоція, коли люди чують вибухи, і ми у Дніпрі їх чули, це, можливо, певна розгубленість. От як у вас це відбулося? Ну, ви знаєте, как бы я единственное, что могу сказать, что вот сейчас, какое у нас число? Ой, вже, ну, вот. Так, то есть середа, вы сами знаете, середа, да, да, 21 день війни, зараз ми так недели, и все остальное сейчас смешалось, потому что все работали как единый механизм, и вот реально ту работу, которой я занимался, 20 дней, они пролетели как один день. Потому что, ну вот сейчас уже так больше появилось время, потому что работа там, где я помогал, налажена, и как бы все встало на круги своя. А до этого вот это все вот как бы идет как одним кадром. То есть я думаю, что многие так эту жизнь прожили, ну, до какого-то числа, когда вот сейчас оно как-то выстроилось, какую-то логическую цепочку. Ну и почему я туда пришел? Потому что мы все работаем для того, чтобы наш город стал культурным центром. Так было до войны. И когда КУСТ показал, что культурная столица показала, что он объединяет таких людей, которые ранее создавали культурные проекты. Я, конечно же, пошел туда, откликнулся и к одному из пунктов пришел как бы помогать. Поэтому тут даже задумки никакой не было и паузы, потому что ну, нужно обеспечивать тех людей, которые выезжают, потому что выезжают, бывает, ну, в халатах или просто в куртках. Ну так, навіть речі першої необхідності, можливо, не беруть. І зрозуміло, в принципі, от 21-й день війни, вже 3 тижні ми перебуваємо у такому стані. Я думаю, що, в принципі, після її завершення, так чи інакше, війни завжди завершуються. Ми вже потім будемо якось рефлексувати на ті події, які відбулися зараз. Живемо все-таки не рефлексією, а тими потребами, які є кожен день. І, власне, от ви згадали про біженців. От у нас, зокрема, ви займаєтесь прийомом біженців в одному з готелів Дніпра, знову ж таки, ми без конкретизації, без деталізації. От звідки їдуть люди? Ну, здесь большое количество с Волновахи, с Рубежного и с Харькова. И, опять же, когда человек... Топтался схит. Да, то есть поселяется, ну, для того, чтобы мы понимали, кто приходит, и была самоорганизация, как Борис Альбертович говорит. То есть идем именно по этому пути. Поэтому сразу же узнается его профессия, для того, чтобы его можно было привлекать к работам. Потому что, ну, задача не только поселить людей, а дать им задачу какую-то. То есть даже, ну, записывать, ну, естественно, видно, сколько с ним людей, для того, чтобы дать какую-то работу в последующем. Угу. Так, ну, власне, от стосовно тих потреб, які є у біженців, все-таки люди приїжджають, як ви сказали, Рубіжне, це, в принципі, населений пункт, він так і був на рубежі, в принципі, всі ці 8 років. От що вони потребують, що їм потрібно? Ну, як виглядить це? Тобто, ну, на вулиці перед нашим отелем стоять два штендера, тобто, кожен день обновляється інформація, що необхідно. Тобто, при вході, опять же, в гостиницю ці списки висять. В наших електронних групах
и в общей группе Куста висят заявки каждый день, которые меняются. Мы на сегодняшний момент городом организовано питание, или питание организовано, опять же, волонтерски, поскольку многие хотят помогать. То есть многие кафе, которые вышли из режима постоянной работы, пока у них есть продукты, идут предложения, мы вам привезем это, мы привезем то. То есть тут наоборот правильно дать информацию для того, чтобы кафе могли помогать нужному количеству людей, чтобы не пропадали продукты. То есть помощь реально идет. Что мы пытаемся сделать с учетом того, что как бы возможно перебои с продуктами питания, мы максимально комплектуем сейчас холодильники продуктами. Те продукты, которые не портятся, мы тоже их собираем. То есть, ну, списки на всех штабах есть, и на сегодняшний момент перечислить то, что нам необходимо, ну, оно каждый день как бы и меняется. То есть, ну, заехала новая семья, нужно это, заехала другая, нужно то. Ну, рады любой помощи, то есть, ну, и проезжая отель, это можно увидеть, или пункт помощи, всегда все написано, и вы можете сориентироваться. Ну так, и ця інформація є в соціальних мережах, ті, хто хоче, в принципі, можуть і знають, як допомогти, напевно. Ну, простой пример, вот приведу, ну, как реагировали люди, то есть, ну, реально стал момент, когда начала заканчиваться одноразовая посуда, ну, или можно ее рассматривать, что это не экологично, каждый раз выбрасывать эту посуду, то есть, ну, буквально за сутки мы на это отреагировали тем, что мы дали объявление в электронных сетях, написали это, опять же, во все возможные наши ресурсы, и люди моментально начали на это откликаться. То есть, ну, понятно, мы не ждали новую посуду. То есть приехала какая-то столовская посуда или из-за кормов то, что кому-то держали на свадьбу. То есть мы получили, вот нас интересовало нужное количество посуды, все, она есть. То есть, и опять же, скажу вам, что у нас к работе привлечены разные директора разных структур. У нас работает и Сергей Бурбело, директор Музея украинской живописи. Вот он лично на складе стоял, пересчитывал количество, выдавал людям за один день, чтобы они успели эту посуду подготовить и получали пищу уже не в одноразовое, а в обычную. До речи, Михайло, так, якщо трохи відійти від теми, вот ви згадали про Куст, про культурну столицю. Яка її роль саме от в координації, більш докладно, якщо можна, в координації тих дій, які відбуваються між волонтерами, власне, по допомозі в тому числі і біженцям? Ну, роль глобальная, я бы сказал, потому что как бы это возможность сразу идет не то, что это какая-то школа объявила помощь, то есть культурную столицу узнают, то есть ей больше дают помощи, ее нужно правильно распределить, происходит обмен по городу, каждому пункту нужно что-то под своих, кто у них подшефны. Ну и как бы культурная столица пытается, опять же, беженцев немножко плавно, очень плавно, то есть никто их не насилует, вывести из такого плохого психологического положения. С ними работают психологи, с детьми работают, мы распределили, у нас есть вертикали, опять же, из поступивших людей, разные должности, то есть есть спортрук, есть аниматор, есть модератор, то есть, ну, пускай это звучит даже мирные такие профессии, но они нужны, потому что они приехали с детьми, а детьми нужно заниматься. Да, первую неделю никто не выходил даже с гостиницы, то есть все боялись передвигаться по городу. Но за неделю люди отошли, и как бы было принято решение их, ну, развлекать немножко. Ну, то есть, поэтому выходные, которые вот были перед этим, мы решили даже организовать им пешеходные экскурсии. То есть для этого привлекли историка Валентина Старостина. Но это, опять же, это не развлекательная вещь была, а в ней был вложен смысл. То есть если в нашей гостинице есть полуподвал, и временно можно, когда идет объявление воздушной тревоги, переждать этот момент. Но если настанет час X, мы должны быть готовы к тому, что должно быть капитальное бомбоубежище. То есть мы обследовали весь квартал возле нашей гостиницы. Оказалось, что достаточно рядом ничего нет, и ближайшее оказалось чуть дальше. Поэтому, когда мы производили пешеходную экскурсию, ознакомливаясь с историческими интересными местами Днепра, нашим завершением было это капитальное бомбоубежище. Как оказалось, оно еще и 1936 года. То есть, причем мы сначала боялись, что наша экскурсия, если завершается таким моментом, это опять же испугает беженцев. Но
меня все время теребила бабушка и говорит, а мы правильно идем в бомбоубежище? То есть для них это тоже важная тема. Мы переживали, что это их не мозоль, но они о безопасности своей, ну, понимают, что это не просто так. Поэтому даже в конце, когда я говорю, так мы будем туда заходить? Они все туда зашли и проверили, насколько крепко это бомбоубежище и крепкие стены. Угу. Так, от, до речі, ви, я трохи пізніше думав про це поговорити, але оскільки вже сказали, згадали екскурсію, яка проводилась, я в тому числі бачив відповідні фотографії, бачив цих людей. От про що екскурсія, про що розповідали людям, який зворотній зв'язок був, що взагалі цікаво людям, які приїхали з іншого міста і в такому досить складному стані знаходиться морально-психологічному. Про це, можливо, також трохи детальніше поговоримо. От про що розповідали, чи цікава їм історія міста Дніпро? Ну, понимаете, ну, имея опыт общения с людьми и чувствуя, ну, тех людей, которые постоянно на экскурсии, мы тоже ж не передавливали нашу информацию. Конечно, мы показали старейший дворец в нашем городе, показали скульптуры интересные. То есть у детей была задача именно, мы не рассказывали все слишком доступно, оставляли момент, что они должны сами что-то найти. То есть вот нашли лягушек на стене, а дети от этого были в восторге. То есть, ну, когда им поставили задачу найти милю, они тоже с удовольствием куда-то уже даже бежали, искали. Это верстовая миля, как беля Преображенка. Да, да, да. То есть, ну, как бы, когда с ними начинаешь именно включать поиск информации, а не просто ее всю вываливаешь, и они участники становятся этой экскурсии, все становится гораздо интереснее. Все похопали Валентину Старостину после окончания. Михайло, от в принципі, ви торкались цієї теми, але хотілося б знову ж таки більш детально про це почути. От саме морально-психологічний стан. Ви бачите цих людей, які приїжджають от буквально в перші години, які виїжджають з Харкова, з Грубіжного, з Волновахи, місто фактично знищено російськими окупантами. От що вони говорять? І взагалі, от як вони ставляться до життя, як змінюється їх психологічний стан, це таке, ви маєте змогу майже вже 3 тижні спостерігати, в тому числі за цими людьми і спілкуватися з ними. Я не психолог, щоб вам зараз розкрити, ну, іменно цих людей. І не время ще щось обсуждати. Тобто, я думаю, що коли зараз заходить розговор слишком довго на цю тему, ви, я думаю, що как умный человек, тоже старайтесь с этого разговора выйти. То есть я скажу одно, что дети как дети. Потому что ну, следующий продукт, который мы делали в следующие выходные, это был квест, опять же, по ближайшему парку. И вот знаете, что как бы дети абсолютно одинаковые, и тут стирается, вот, опять же, национальности. То есть в гостинице живет цыгане. То есть и самые большие представители, это как раз трое детей было цыганские. Мабуть, политкорректно говорить ромы. Ромы, да, простите. Ну, я просто не часто до этого с ними встречался. То есть живут ромы. И живут и остальные дети разных, как говорится, национальностей. Но ромы самые активные были. То есть когда нужно было что-то найти, получалось, что они, ну, можно сказать, что за ними бегали остальные дети. Потому что у них это как-то быстрее получалось. И если вы посмотрите наши фотографии, то у них самые горячие глаза что-то найти. Ну і у них це добре вийшлося. Ми знаємо цю історію, загальновідомо, коли представники ромів вогнали там. Я не хотів це говорити, тому що, опять же, це складна для них тема. Но родители були різні, і ніхто не сказав, що от ти з цими дітьми не общайся. Тобто зараз от такий удобний момент, щоб ми стали от такими міжнаціональними, і цієї різниці немає між дітьми. Тобто, ну, це було, на це приємно було дивитися. Вони один-єдиний механізм, один такий от єдиний. І все ж таки, от зрозуміло, що, скажімо, і ми, хоча так чуємо і вночі, зрідка вибухи, сподіваємось, що у нас так більш-менш все спокійно і залишиться і надалі, тобто, але всі ми у приватних розмовах, у транспорті, на роботі обговорюємо питання війни, від цього нікуди не дінешся. От чи хочуть ті люди, які приїхали з таких супергарячих точок, про це чути, про це говорити? Взагалі, якщо вони говорять, то говорять що? Ну,
Я еще раз повторюсь, что я не психолог и эту тему с ними не развиваю. Я маю на увазі, тобто не їх внутрішні якісь відчуття, саме з морально-психологічного духу, а от як свідки тих подій, що відбуваються от прямо зараз. Ну, конечно, я разговаривал со своими даже ретровиками з Харкова. Ну, это ужасно. Ну, это плохо. Но есть способы выживания. То есть, ну, все равно человек должен выжить в любой ситуации. И за счет того, что, ну, как бы, какое-то общение не просто страшилки, а должно быть плановое. То есть, вот, дай бог, что мы это не прошли, но мы должны это знать для того, чтобы знать, как этим пользоваться. Ну, просто, опять же, ну, приведу вам пару примеров, которые мы внедрили. Ну, ночью-то я сплю в своей квартире. У нас тоже есть полуподвал, есть капитальное бомбоубежище. То есть, ну, представителям из Харькова, который когда-то проезжал через наш город и участвовал во многих ретро-мероприятиях и пробегах, он рекомендует, что нужно брать марлевую повязку, потому что при близком ударе бомбы, возможно, подымется пыль, она не сразу не опустится, ей забьются легкие. Поэтому марлевая повязка не от карантина, а для того, чтобы эти полчаса, если возможно будет взвесь пыли стоять, это, ну, позволит вам не забить легкие. Потом, опять же, если капитальное что-то произойдет, оказывается, канализационная труба, которая находится в подвале, вас тоже может спасти, дать приток воздуха, потому что канализационная труба сама по себе пустая, и канализация в этот момент никто пользоваться не будет. Отсутствие воды в бомбоубежище, если вы, опять же, там находитесь долго, трубы позволяют, даже если нет напора, если там есть сливной кран, а вы будете страдать от засухи, позволяет с любого дома слить порядка 100 литров воды, которые можно употреблять. То есть вот такого плана советы, я считаю, они полезны, и поэтому с этими людьми нужно в любом случае общаться. Страшилки сильные слушать не надо, но как выжить, обязательно нужно узнать. Ну, такі лайфхаки важливі у будь-який час, тому що і в будь-якій країні, тому що, ну, все-таки у нас без війн, якщо брати історію загалом, було, не знаю, кілька, можливо, десятиріч у тому чи іншому куточку світу, вони практично постійно відбуваються, от до нас це дійшло. Михайло, от якщо говорити, знову ж таки, люди приїхали, люди якось почали тут жити, почали заспокоюватися, все-таки постійно у такому режимі страху жити важко. Тим не менше, от Дніпро, вони зазвичай, ну, зрозуміло, різні історії, але загалом так вони дивляться на наше місто як перевалочний пункт, чи місце, де вони хотіли б все-таки залишитись, жити, будувати свою долю. Да, ну, звісно, лучше родини, ну, нічого не существує. Кожен мечтає повернутися, але все ж залежить від того, в якій ситуації фінансовий чоловік знаходиться. Ну, у кого есть деньги, ну, он живет немножко по-другому. У кого их нету, он вот так живет. Ну, то есть все сейчас смешалось. И вывести какой-то конкретный пример, что человек, ну, сделал это так или по-другому, понимаете, люди совершенно разные. То есть они были директорами там салонов красоты, кто-то был директором, замдиректора строительной фирмы. Но каждого по-разному сыграла ситуация. Один выехал с деньгами, другой был богаче, но он выехал без денег совершенно. И поэтому его передвижение все зависит от его финансового состояния. Ну, то есть, а так люди все равны. Ну, це зрозуміло, так. Все-таки від питання грошей нікуди ми не подінемось. А от, до речі, ви, можливо, спостерігали, що між собою біженці, як вони, наприклад, ну, людина, у людини, не дай Боже, але є такі випадки, у будинок потрапила якась ракета чи якась бомба, і людина залишилась без нічого, якось виїхала. От чи між собою, а інша змогла, скажімо, той же тривожний чемоданчик, чи діляться вони між собою? Как происходит именно контакт между ними, непонятно, ну, мне, ну, потому что я за этим не слежу, но любые их нужды, которые необходимы, они пытаются быть удовлетворены, потому что идет прием одежды, идет сортировка одежды, то есть на этом находится специальный человек, который сортирует детское, мужское, женское, взрослое, зимнее, летнее, то есть и после этой сортировки люди приходят и берут, то есть, ну, как я вам и говорил, что потребности меняются в зависимости от
того, в каком состоянии та или другая семья приехала. Никто ничего им не зажимает. То есть они просят, они это получают. То есть как бы если им что-то еще нужно, опять же, с ними идет общение, мы вывешиваем эту информацию, мы это получаем, им выдаем. Я же говорю, дошло дело, опять же, если брать детей, до спортинвентаря. Если брать взрослых, ну, любые санитарные средства, они тоже и поступают, и обратно же им выдаются. Це оскільки ми зараз з вами в прямому ефірі, люди нас дивляться, люди нас чують. Тобто, от, щоб конкретизувати, от на сьогодні, можливо, ті, хто в Дніпрі знає, де знаходяться біженці, але ми говорити про це не будемо. От конкретно сьогодні, ми забули вже яке число, тим не менше, от що потрібно? Чи, скажімо, от я дивлюся по інших групах, по волонтерському, скажімо, штабу, по координаційному центру, вони кажуть, це вже не везіть, оскільки там, не знаю, умовно кажучи, одежі в нас вже вистачить, щоб, не знаю, все місто одягнути. От що конкретно зараз, от на сьогоднішній день? Можливо, люди почують і сьогодні вже і привезуть це. Ну, на сьогоднішній момент підрозуміваю, що, можливо, якісь збої почнуться з продуктами питання, ми все одно формуємо свій продуктовий склад з тими продуктами, які довго храняться. Тобто, крупи, макарони. Да, ми від цього ніколи не відкажемося, тому що ніхто не знає, що буде далі. Ми знаємо, що буде хорошо, але не знаємо, коли. Поэтому мы от этого не отказываемся. Средства личной гигиены мы тоже понимаем, что людям, которые находятся в этом отеле, они нужны. Каждый день что-то происходит и что-то нужно новое. Ну, я думаю, нас почули люди. До речі, от прийом цієї допомоги якось участь? Очень все просто. То есть подходим, видим, написана табличка, если это одежда, вы привезли одежду для переселенцев, это направо. Если вы привезли другие виды товаров, это налево. То есть работают два отдельных склада, сортировки. И после этого, если даже вы привезли то, что нам не нужно, оно вносится в базу, это видят другие штабы, и мы этим можем поделиться там, где этого нет. Так, по часу я хотів уточнити. Це ж, напевне, не цілодобово, оскільки у нас є комендантська година. Таке актуальне час, як і працюють магазини, ну, тобто, це все-таки з 10 до 15, щоб ці візити осуществлялись, тоді все буде добре. Так, і, до речі, така тема, от на початку ми її торкнулися, але так побіжно, у нас залишається не так багато часу, і тим не менш, можливо, напевно, все ж таки, тим людям, які приїздять до нас, до Дніпра, до нашого міста, актуальне питання грошей, а гроші можна отримати, зробивши щось, тобто це робота. От чи є можливість і чи є якась от програма в рамках тої ж культурної столиці по пошуку роботи, по наданню роботи і яка робота, от, де себе можуть реалізувати люди, оскільки, скажімо, ну, якщо, як ви сказали, той чи інший чоловік, чи та чи інша жінка була директором салону красоти, ну, навряд чи вона тут влаштується на таку роботу. Ні, причому у нас... Вот не помню комнату, в группе уже есть объявление, что работает парикмахерская, то есть как раз это чем-то закончилось. Но, понимаете, у нас точно деньги заработать нельзя, у нас можно самому себе принести удовольствие. То есть вакансии есть и на сантехника, и на электрика, и на грузчика, потому что именно эти работы сейчас в отеле для того, чтобы внутри себя чувствовать хорошо, они пользуются спросом. Но что включает в себя городская программа, но, к сожалению, мы должны только на сегодняшний момент передавать профессии у людей, которые есть, в общую базу. Возможно, после этого пойдет какой-то вызов на работу или будет вакансия выложена, что предоставьте, пожалуйста, или найдите желающих из поселенцев, кто хочет работать по такой-то специальности. Мы с удовольствием эту информацию сразу же им разместим и этих людей отправим туда, где это нужно. Що ж, Михайло, я вам дякую за вашу роботу, бажаю вам успіхів, сподіваюся, скоро війна завершиться. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директором музею машини часу Михайлом Прудніковим. На все добре.